Здравствуйте, Вячеслав. Это видео про ваш новый одуванчик. Вот одуванчик наклеенный на мой тестовый объектив. И сейчас мы его проверим. Фокусное расстояние сто пять миллиметров запрограммировано. Диафрагма 2,5 до 32. Ловушка фокуса включена. Внимательно, аккуратно там смотрите на ваш объектив. Если у него конструкция байонета точно такая же, с тоненькой юбкой и достаточным расстоянием для наклейки одуванчика на скотч сразу, без всяких прорезей, то сначала наклейте на скотч, вот, проверьте в камере, и только потом, отчертив границы и разметив место наклейки одуванчика, наклеивайте на клей. Как всегда напоминаю, не наливайте клей из тюбика на байонет, а наносите с помощью зубочистки, которая тут же есть в комплекте. Вот, и делайте все очень аккуратно, чтобы не сломать одуванчик. Спасибо за покупку и спасибо за внимание.